Смотри, жучара на нас нападает. Ё-ё-ё-ё-ё! Это куча бомб скидал, и все мимо. Забдеева морковка, Рэббит Стар, бей морковищей! Всем любителям гоночек огромный привет, с вами Никита, и сегодня мы, ребята, опять играем в Cards Card третью часть, выполняем ваши задания в комментариях. Вы прислали мне задание разбить Рэббит Старом жестянку кластерной бомбой. Так как, ребята, больше таких смежных заданий никто не присылал, поэтому давайте мы тогда Рэббит Старом разобьем на кластерной бомбе не только жестянку, но еще и каракопа, молнию, хруща и черепашку. Так что давайте, ребята, перейдем в гараж и выберем нашего Рэббит Стара. Так, где наш Рэббит Стар? Кролик наш, вот он, Рэббит Стар. Так, ребята, бомбочки. Нам надо поставить кластерную. Так, взяли кластерную бомбочку. И теперь выходим отсюда. Так. Ну, жестянку давайте, ребята, мы разобьем в самом конце, так как это самый сильный босс. А начнем, пожалуй, давайте с подземелья. Сейчас мы сюда и спустимся сразу. Перейдем в пещерку. И вот сюда, где у нас живет хрущака, наш жук. Так, давайте попробуем без никаких спинов уделать хруща. Ну, не знаю, ребята, честно, я не помню, играл ли я Рэббит Старом на кластерной бомбе. Еще и против жучка. Ну, будем надеяться на нашу морковку, которая, смотрите, как классно лупит. Ух ты, он уже, ребята, атакует. Бегай-ой, тихонько. Смотри, жучара на нас нападает. Так, тихонько. Тут крапивошки получают морковкой нормально так. Тут, наверное, ребята, надо делать упор на эту морковку, да? Я так понимаю, мы... Хотя нет, немного жизни поотнимали. Ну давайте, все, ладно, морковкой добиваем. Иди сюда, я тебе сейчас морковкой буду делать. Давайте еще возьмем одну бомбочку хотя бы. Я думаю, можно будет в его... Есть, мы его сделали. Отлично, Рэббит Стар просто молодец. Так, ну ладно. Следующий боссик у нас черепашка. А, вот, мы уже сюда и перенеслись, в канализацию. Вот здесь у нас живет черепаха. Давайте попробуем сейчас, ребята, Рэббит Старом наказать черепаху. Черепаха, конечно, сильнее, по-моему, немного жучка. И тем более у нас классная кластерная бомба. Ну ладно, погнали. Рэббит Стар против черепахи. Ну, Рэббит Стар, это морковка, я просто с ней тащусь. О, давай! Рэббит Стар, морковка, гаси эту черепаху. Ой-ой-ой, смотрите, мы не можем, ребята, под кузов подлезть. Рэббит Стар как-то вот не может подкинуть, да, черепашку вверх. Ну, а тогда тебе чисто бомбочку скинем, вообще ничего не отняли. Фу, поездил, жизнь взяли хотя бы. И, ну, черепаха, естественно, мощная. На тебе бомбочку, ой-ой-ой, ничего мы ей особо не отнимаем. Так. Надо что делать? Собирать бомбочки. А тебе бомбочку получай. Отлично, взяли жизняку. Хорошо, что здесь только жизни много. Как бы нам перепрыгнуть туда под кузов? Ой-ой-ой, не получается что-то у нас. Не получается. Давай, газуй, смотри, он не может даже подняться. Что это тут еще штучки тут выползают из земли? Вот, две бомбочки. А, их не взяли мы. Бомбочку-то мимо кассы, вообще мимо кассы скинули все. Не знаю, что это. Кто-то кинул. Еще одну скинул, ребята, еще одну скинул. Все, у нас нет жизни. У нас просто нет жизни. Может, дотянемся? Куда ходу же мы туда еще до одной жизняки, а? Может, полетим вперед просто жизняк. В поисках жизняки, ребята. Нет! Давай. Ой-ой-ой-ой-ой, это куча бомб скинул, и все мимо. Все, нас размазало, это рыбеха. В принципе, если бы я попал бомбочками, да, удачника, то мы бы точно до черепашки сделали. Так, все бомбы пролетели мимо кассы. Ну, последний, все, уже даже не надо сматываться по черепахе. Ну, конечно, мощная. Мощная, да. А Рэббит Стар как-то слабоват. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Так, вылазим из этой канализации. Тут нас, конечно, потрепали немного. И сейчас давайте, ребята, уже наверху перейдем к самому первому боссику. Это у нас Капрот. Капрот, Капрот. Ну,
Думаю, капрода мы должны сделать точно без особых проблем. И без спинов, конечно. Ну, поехали. Рэббитстер против капрода в хищных машинках. Третья часть. Так. Ах, взяли мы бомбочку. Вот и капродище, уже капродище. Так, ребята, иди сюда, капродище. На. Две бомбочки, наверное, мимо скинул, да? На, еще две бомбочки. Хорошо. Так, еще будем бомбочки сбрасывать, нет? Ну, давай. Иди сюда, капрод. А вот он, смотрите, куда он приехал. Может, ему под пузо забраться? На-на-на-на-на. Только две бомбы скинули. Да, слабенько, конечно. Он не точно особо-то... Жизняки у него не отнимаются, я смотрю. На тебе еще. Фу. Сделали страшно подумать, что будет жестянка. Жестянка вообще мощная. Ну, давайте к следующему боссику вернемся. Это у нас молния. Еще один из боссов. Самый главный из генералов. Но думаю, с молнией будет так же самое, как с капротом. Вроде бы они как бы одинаковые для меня, эти боссики. От сложности. От смазанности этих тачек. И сейчас молния появится. Вот она, молния, я уже ее вижу. Но мы будем брать бомбочку не спеша. Ах, ё-ё-ё, это что-то я плохо скинул. На тебе. Давайте возьмем бомберов, вызовем. Хорошо, бомберы, помогайте мне. Будем брать еще бомбочки, да, хорошо. Вот она, молния. На-на-на, получай, получай. Так, молния, иди сюда, давай. На тебе весь твой арсенал скинул я, и ничего особо не отнимает этой молнии. Ой, мы тут застряли где-то. Да, молния. Ну что, на-на-на-на. Хочется сразу всю пачку скинуть этих бомбочек на молнию. Так. Ё-моё, опять я промазал. Опять промазал. Давай, Рэббитстер, выживай. Молния, смотрите, молния хитрая, она разгоняется. Ё-моё, на последних жизнях. Смотрите, как Рэббитстер потрепала. Вот это потрепало его. Ну что, переходим к финальному бою. Это бой с жестянкой. Ой, я думаю, мы не с первого раза, я точно победим эту жестянку, потому что Рэббитстер, очевидно, слабенький, а плюс еще слабенькая бомбочка. Давайте, наверное, ребята, сразу крутим спину, потому что мы точно не победим жестянку, я чувствую. И нам спину сегодня ничего не принес, рубинчики, нам не надо эти рубинчики. Ладно, поехали, уровень с боссом, мы на Рэббитстере против жестянки, у нас еще и кластерные бомбочки. Ну, какая-то у Рэббитстера даже слабая нитра, не особо-то он разгоняться спешит. Кинули в панике, не туда, куда надо бомбочку. Так, ладно, у нас еще есть одна бомбочка. Ой, уже еще 5 бомбочек, а там жизняка впереди. На-на-на-на-на-на-на, я не хочу брать жизняку, пока я не хочу, ребята, ее брать. Вот сюда, под пузо к нему, под пузом, хорошо, мы сидим. Так, ребята, ну что, давайте возьмем, наверное, жизнь. Я уже переживать начал за нашего Рэббитстера. И сюда под пузо. Бей его морковка, Рэббитстер, бей морковищей. Так, хорошо, морковочка, лупим, лупим его. Сейчас бомбочку скинем. Отлично. Так, полиция, отстаньте от меня. Давай, 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 потихоньку, потихоньку. Ай, бомбочку промазали. А бомбочками не попадаем. Есть! Мы сделали с первого раза. Вы просто видите, как-то грамотно сразу его туда под днище к нему залезли, и там его мочили этой морковкой, и все, и мы вот это сделали. Фу, ну что, ребята, на этом все. Жду следующие ваши задания. С вами был Никита. Ставим большой палец вверх. Пока-пока.